45 лет на службе Отечеству. 13 ноября 1979 года в областной столице было образовано городское управление внутренних дел. Все эти годы на сотрудников полиции была возложена одна из самых трудных и ответственных задач – защищать людей, стоять на страже закона и порядка. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, они с честью выполняли и выполняют сегодня свою работу, продолжая дело своих предшественников. За достойную службу правоохранителей поблагодарил руководитель областного главка полиции Игорь Иванов. Коллеги, гарнизон большой. В Самаре 2 строевых полка, 1 батальон, 10 отделов полиции. Штатная численность личного состава более 4000 человек. Но и нагрузка колоссальная. Уверен, что личный состав самарской полиции в состоянии справиться с любыми вызовами. Сегодня я хочу поблагодарить за все, что сделано. Сделано очень много, и вклад Самары в областные показатели значительный. Поздравляю, желаю счастья, здоровья, благополучия. Вы справитесь с любыми проблемами. К самарским сотрудникам полиции обратился и исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Разрешите от лица жителей Самары, от своих коллег, от себя лично поздравить вас с 45-летием создания управления МВД по городу Самара и с прошедшим праздником, профессиональным праздником День работника МВД. Очень часто мы, жители, не ценим, иногда не понимаем, что вы делаете. Но когда у нас что-нибудь случается, мы первые, к кому обращаемся за помощью, именно к вам. Я от всей души хочу поздравить каждого из вас, пожелать каждому из вас хорошего настроения, здоровья, благополучия дома. И чтобы на работу вы шли с удовольствием, а с работы еще больше удовольствия. С октября 2022 года городское управление полиции возглавляет полковник Дмитрий Урюпин. В рядах правоохранителей он уже 25 лет. Отмечает, что сотрудники полиции чтут традиции, заложенные предшественниками, и в сегодняшних непростых условиях с достоинством несут службу на благо жителей города. Управление развивается динамично, отвечает всем требованиям современных реалий. У нас раскрываемость составляет 52%. У нас в настоящий момент не раскрытых убийств. Мы сократили количество грабежей на улицах. За данный период времени мы успешно провели массовые спортивные мероприятия. Провели крупнейшие, скажем, в стране события. Это как выборы президента, выборы губернатора. В настоящий момент наши сотрудники успешно справляются, несут службу в новых регионах. Собравшимся рассказали об истории создания самарской полиции, которая появилась еще в 19 веке, а затем неоднократно реорганизовывалась. Отличившихся сотрудников органов внутренних дел наградили медалями, дипломами и благодарственными письмами. Среди награжденных за образцовое исполнение служебных обязанностей старший сержант полиции Никита Холодных, который отучился в кадетской школе, отслужил в армии и уже 4 года охраняет покой жителей Самары. Для любого гражданина достойное дело носить свой вклад в организацию охраны общественного порядка, общественной безопасности, чтобы наши граждане никогда не боялись ходить поздно ночью по улицам, у них не возникало мысли о том, что какие-то противоправные действия могут в их адрес произойти. В завершении для гостей мероприятия организовали концертную программу. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.